Теперь о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось накануне вечером. В Октябрьском районе Пензы столкнулись сразу три автомобиля. К счастью, это не привело к человеческим жертвам. Напротив дома номер 16 по улице Беляева произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» под управлением водителя мужчины 83-го года рождения, автомобиля «Хюндай Солярис» под управлением водителя мужчины 81-го года рождения и автомобиля «Мерседес-Бенц» под управлением мужчины 81-го года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» и два пассажира автомобиля «Хюндай Солярис», мальчики 2005 и 2011 годов рождения, получили телесные повреждения. Медицинская помощь была оказана пострадавшим на месте. Госпитализация им не потребовалась. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка.